О социально-экономическом развитии Северо-Казахстанской области на площадке службы центральных коммуникаций в столице рассказал глава региона Кумар Аксакалов. В области в этом году будет реализовано 19 инвестпроектов на 36 миллиардов тенге, созданием более 1000 рабочих мест. В промышленности общая тенденция положительная. За 5 лет валовый объем вырос в 1,8 раза. В 2022 году доведем до 410 миллиардов тенге, рассказал в ходе брифинга Кумар Аксакалов. Интенсивно в регионе развивается экономика. Это общепринятый факт. Выпуск продукции МСБ за 5 лет вырос в 2 раза, с 490 до 912 миллиардов тенге. В ходе брифинга аким области ответил на вопросы журналистов, среди которых проблема долгостроя, развития сферы строительства и животноводства. У нас есть программа до 2026 года, региональная программа. Почему мы ее приняли? Потому что овцеводством, к сожалению, у нас серьезно никто не занимается. Коль принята программа, она должна иметь под собой соответствующие финансы. Вот в прошлом году мы через социально-предпринимательскую корпорацию мы профинансировали 3 проекта. Завезено порядка 3000 голов. Так, это племенной скот –